Vedomosti sanomalehden mukaan venäläissotilaiden on nähty asettavan konekivääriasemia Moskovan lounaispuolella ja kysynyt tunnelmia Wagnerin aseellisen kapinan alla. Выезжает как бы техника, подняли всех по тревоге. Ну, я думаю, что все закончится хорошо. Ну, а так, если к этому вели, значит, есть какие-то причины для этого. На самом деле, очень резкие новости, очень неожиданные. Потому что, ну, вот я сейчас из университета иду, только вот последний экзамен сейчас сдал. И очень... Я на мероприятиях деньги делаю. Вот сейчас у меня там мероприятие. Я могу из-за этого, ну, что-то потерять. А так это дело их, это политика, пускай занимается. Venäjällä kapinaan ryhtyneen palkkasotilasryhmä Wagnerin joukot pyrkivät lähes varmasti Moskovaan. Näin arvioi Britannian tiedustelupalvelu päivittäisessä raportissa Twitterissä. Brittitiedustelun mukaan Wagner-yksiköitä on liikkunut pohjoisen suuntaan Keski-Venäjällä Voronezhin alueen läpi. Raportissa todetaan, että tulevina tunteina Venäjän turvallisuusjoukkojen ja erityisesti kansalliskaartin uskollisuus on avainasemassa kriisin etenemispuolelle. Uutistoimisto Reuters on haastatellut Moskovan asukkaita. Наши работают оперативно. Мне кажется, здесь защита именно наших граждан в первую очередь стоит, как бы, и не может не пугать. Конечно же, сидишь дома, то есть, как бы, что может произойти, беспокоит и своя, и близких жизнь, конечно же. Я думаю, что это какая-то провокация такая. Нет, меня не пугает совершенно. Я уверена в нашем президенте. Очень неожиданные новости вчера ночью, пока готовился, пока до конца не понял, как к этому относиться, не осознал еще все происходящее, что нужно какое-то время, наверное. Мероприятия некоторые могут отменить, а...